Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале SoberVision. Сегодня у нас обзор очередного формикария. Этот формикарий называется Каблучок. И давайте сначала о его комплектности. В комплекте входит сам формикарий с крышкой, входит трубочка 10 см и различные перемычки. Давайте поговорим о самом формикарии. Размеры формикария: в ширину он 15 см, в длину 16,5 см. Арена у нас, ну, длина, понятно, 15 сантиметров, высота арены 8 сантиметров и ширина ее 7 сантиметров. Ну, достаточно большая арена для начальных колоний. Давайте перейдем к самому гнезду. Каждая комната гнезда является прямоугольником 4 на 3 сантиметра. Высота камеры в комнат, где нет гипса, 12 миллиметров. Там, где есть гипс, 9 миллиметров. Вы видите, что практически являются здесь три отдельных модуля, которые имеют свое автономное увлажнение. Сейчас у себя на экранах вы видите, как я проводил тесты этого формикария. Я использовал 4 гигрометра. Один гигрометр лежал на арене. И 3 гигрометра были установлены в каждом из модулей. Вы видите, что в первом модуле гигрометры были установлены на самой гипсовой основе. Ну и во вторых модулях они были установлены в комнатах, где нет гипса. Тесты я проводил в течение 2 недель. В первую неделю я увлажнил первую камеру. Добавил туда 3 мл воды. И вы видите, как очень даже неплохо держался уровень влажности формикарии. Во вторую неделю я уже решил увлажнить все модули и добавил я туда по 2 мл воды. Показатели меня устраивают, показатели хорошие, и достаточно увлажнять этот формикарий один раз в неделю. Первый раз, когда вы заселяете муравьев, необходимо увлажнять 3 мл воды ту камеру, в которую вы их заселяете. Ну и в оставшееся время вы увлажняете каждую неделю по 2 мл. Теперь давайте посмотрим, какие здесь есть перемычки. Все перемычки находятся в специальной защитной пленке, поэтому перед использованием необходимо эту пленочку снять. Здесь есть перемычки для того, чтобы закрыть вход, через который вы можете заселять. Также вы можете заселять через арену. Сюда помещается стандартная 15-сантиметровая пробирка. Ну а тем, кто хочет заселять через гнездо, можно использовать вот такую вот перемычку. Вы ее сюда вставляете и подключаете сюда пробирку с помощью трубочки. Если вы не хотите, то вы вставляете перемычку закрытую. Дальше все отдельные модули перекрываются вот такими вот большими перемычками. Закрываете перемычку, соответственно, доступ туда прекращается. Но если вы хотите открыть, то используйте вот такие вот обрезанные маленькие перемычки, и доступ будет осуществлен между различными камерами. Такой получился формикарий. Он комплексный. Вы видите, что здесь сразу и арена, и гнездо. Достаточно удобно, особенно для тех, кто только начинает увлекаться муравьями. И поэтому всем начинающим я советую приобретать именно каблучок, потому что оптимально сочетание и арены, и самого гнезда позволит вам поднять колонию без каких-либо-то проблем. Ну и надежная крышка, которая не позволит убежать даже самым маленьким муравьям. Вы видите, что вентиляции здесь я не делал, потому что, в принципе, здесь вентиляция не нужна в таком объеме. И вы видите, что сверху арены есть такая каемочка. Здесь вы сможете легко нанести антипобег, и антипобег не будет мешать вашему просмотру как сверху формикария. Вы видите, что вы сверху будете смотреть нормально. То есть будет лишь всего лишь каемка с антипобегом будет находиться сбоку. А сверху все будет хорошо видно. Ну и соответственно с любой другой стороны также будет все хорошо просматриваться. Этим тоже удобно. Вот такой вот формикарий, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. И всем пока.